следующего босса я зайду на сову. Вот скала там потанчит, ты в ретрике будешь. Артемия в хиле. ДЦ спекать не будем на следующего босса, ибо там толку от него почти нету. Леха, а ты что, будешь просто молчать в их игре? Я просто видел, как они 3 дня подряд пытались на кича добрать на СЛГ. В смысле молчать? А что, мне надо там что-то говорить будет? Я же не реально ничего. Не, ну просто интересно. Я там знакомые просто недавно свалили оттуда и радуются жизни. Новый статик набирают, давай. Говорят, нам в один день быстро пришел просто. И в десяточку такой, хули вы с нами не ходите. Ты 25-ка освоение, что? Ну, у них, да. Ну, чтобы вы понимали, они в Око и ЗС убивают по 2 босса. Это нормально. По 2 нет. Типа Вока еще нормально 2 босса, а в ЗС это хуй. Ну, в ЗС они убивают рыбу и убивают демона. Вдвойне хуй. Вот есть гильдии, которые закрывали 25 оп, да, с лечом? Ну, типа не убивали ни одного босса тогда. Только они открылись, там 2 недели прошло, может 3. Так там дофига народу вступило, который уже закрывал их где-либо. У них же там такая текучка. Кто-то закрывает, кто-то допроходит. Чё там, Кир зашел, а то я курю. Я зашел, как зашел. Туманься. Ты хочешь именно сюда переманить? Что еще раз? Ты хочешь их именно переманить в итоге, если они нормальные? Зачем мне переманивать? Либо чисто кадров определенно. Некоторых. Зачем мне все? Те, кто могут, тех возьму, а те, кто не могут, зачем они? Если я увижу, что там на ребре будем в целка 25 обычки вайпаться, то это уже все печально. И делать нечего. Давайте, Арчи. Но это же не значит, что все петухи. Почему? Ну как почему, блядь? 20, блядь, возьми там 19-18 ебланов нахуй, и все, и 7 хуй что сделают. Если это особенно не танк. Не, ну с этим я согласен. Типа не, гидроса. Просто если я вот, допустим, пришел в рейд, и я на орке вижу, что, блядь, там выше 9000 ДПСа нету, блядь, то это уже печально, понимаешь? Какие нахуй 9000? Конечно, я, блядь, в 2Т10, 2Т4, 17 давал, 16, блядь. Ёбывайся, ты был 269. Не был, я был 264 был. Скажешь, если все готовы будут. Япончик здесь? Да, я проверяю. Я смотрю, все в гильдию. Я как раз через минуту подойду, когда мобы выйдут. Я в 256-м моды кадры больше, там 11. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Так, а что Дальний Восток развалилось, видите? Они про это в Легион уходят, то... Короче, они туда-сюда ходят. Хуй пойми. Женем. Никитос, сюда эти перо. Или отпрыгом. Хорош.
Кирс, тролль. Только одна трапа будет. Реку. Давай я первую сам. Я вторую. Серёга, где останы, видишь? Ауди. Да, он перебегает и держит. Все туда перебегайте. Обратно, в роту. Швец у вас. Первый. Второй сады. Лок. Где жрец, туда смещайтесь. Мне дал истерию. Так, вот это арбитрой. Локи. Чайте, держец, бить. Симыч поднимешь. Пусть отрежь. Да, его. Следующий сады. Не будет следующий. Видите, босс. Керс со женой, подойди под ним. Дайте каску МП5. Джануэн, подними Керс. Баху по Керсу. Отмечайтесь, череп.
Сникерс, наоборот, наоборот, наоборот. Прямо на мат отдайте. Берите всем. Ладно. Вытягивайте на тебя. Ой, тяни на себя. Вот этих двоих будет. Забивайте этого череп и потом побольше. Череп главное добить, просто. Локер вроде. Гений, привет. Прикольно. Бля, надо ему на почту скрин скинуть. Очередной, да? Кто его говорил? Зачем тебе эти ступни на мейн спеп? А я хочу. Типа на успек же они все равно не идут, я что, на один их нарыт. Так, на этот тринкет один локи. Ну больше нехуй ролить просто. На мейн спеп. Аккуратно, только страшно. Ты свапай обратно надо, да. У меня тогда ГП останется и поскин. Это нелогично. Ах, у меня с ГП сил. Так и так с ГП сидишь. Ну так я с ГП сижу, у меня приорлит. У меня есть возможность ролить его на успех поскин. А так у меня, блядь, даже этой возможности не было. Ага, только на мейн никому нафиг не надо. Ты заодно КД возможность у тебя будет сразу. Ты сначала 7к ИП зовут. Сколько снимает? 50%? Сколько ИП снимает? По-моему, сотка. По процентов?
100% ИП это жестко, ты гонишь. Ну, блин, не знаю, я последний раз респект делал, только когда сброс был полный, за СЛОП-то вышел. Притяните, ДК. Ты имеешь в виду, если ты мейн меняешь? Да. 100%. Да. ГП не снимаю, да? 50% ГП срезает. Блядь, мне говорили 100%. Заново начинаешь. Там Лёха говорит 100%. Стоп, 100% срезается в том случае, если вы, блядь, находитесь в гильдии недавно, и у вас нету капа ЕП. Если у вас есть кап ЕП, и вы находитесь в гильдии давно уже, достаточно, то всего лишь 50%. Ну аргумент. А теперь задай вопрос ему, а я долго нахожусь, да? Не, ну я-то долго нахожусь, я просто не вижу своего смысла. Мне типа 1Т5 осталось залутать, а с РС-ки, допустим, которая у нас следующая идет по контенту, мне намного интереснее на танка получить, чем на ретрик. Милики, можете даже не подходить. Раз разрешил, то я уйду. Если получается на мейн спик есть, у тебя Т5, значит пустоту можно ролить, да? Конечно. Конечно. Ты нажимаешь кнопку в спек, там специально для этого придумано. А все понятно, а то я не... Ты учитывай то, что там есть такая тема, бывает как приор, в плане того, что тебя часто спек выкривал в спек. Да контролится, нет. А на мой спек нужен приор, что ли? Оф спека, что ли? Дайте БР пока лату. Типа... Не, на мейн спек нужен приор, но оф спек чисто пару. Мейн, там есть еще и приор. На мейн надо. А на мейн просто по приору, то ли. Мейн спек тыкаешь и все. Я тоже у мамы РДГ. Блин, нет. Даже нет. Пока тут только БР нет. Слабые ретрики, блять, молотками кидаться. Нет. Че, уронки падали, стрешил? Я забрал этого лутера, основной подвесить. Лёха, ну в прошлый раз тебя в рейде аж. Надо выходить с рейда. Ну сейчас тоже смысл. Ну типа завтра, по идее, по такой статистике, должно дохуя ворона купать тогда. Я ору, вот вы Лёхе внушили, что от него воронки не пали. Его в прошлый раз не было, у нас столько воронок выпало прям. Я был с вами в рейде, когда выпало. Там же реально было слишком дохуя. Давайте немножко отойдите. Да, как приятно, когда у тебя кап мастерства не через гриб. Драго, не говори, у меня интернет попадает. Вот сука, побудь на моем месте. Знаешь, как я, блядь, терпел, когда у меня в РС Хейме, блядь, так вот. А чё у тебя там раздуплился интернет, бабка какая-нибудь поставила эту, спутник? Да нет, это, как я понимаю, фиксы вышли на самом сиру. Видел там последние новости, типа фикс какой-то вышел и так далее? Угу. Я после этого стал стабильнее на это. Они же патч выпустили по факту 28-го. И какого там? Где ещё? Подайте после. 27-го. Вот, и у меня с этого момента вот перестало прям так глобально. Максимум один раз отключусь, то так на трэш. Либо, блядь, тут... мои долбоёбы что-то наконец-то починят. А при чём тут сервер, блядь? Вот у меня сейчас тоже улит. Это появляется, я слышу, ты что-то говоришь, бах, опять про панту. Мне нравится. Иди отсюда, нехуй тебе в рейде быть. На успех он будет. И мне шея нужна. А, на шею хуй с тобой. Я помолчу на бойсе, ладно.
Большие сервиски? Нет, скеды. Кому вообще нужны эти сервиски, кроме вас? Башку-то я тоже буду ролить на успех. Какую башку? Ты чё курил? Скеля. Башку скеля можешь ролить. Башка скеля не падает, точно. Роль хули, похуй. Башка скеля у меня есть уже, ладно. Да, ты уверен? Может, Саша ещё одну? Не, зачем мне два грудака? Может, плечо, если чё, ещё пароль. Я не знаю, я вообще, блядь, ни одного городака не имею, ни в одном с... Причем я даже уже, блядь, нашел плечо в сетом на ретрика. Ты вагон, потому что... Да потому что ебан, блядь, Фанзера, который зашел один раз за КД, блядь, спиздил и ушел. Надо ходить, типа... Я ходил, вообще был рейд, типа, я один розовый был. У меня так первый рейд был. Я ж тогда поезд сразу забрал на успех. Барон. Ой, поезд. Этот со звездочета? Да. Я был единственный, кто мог он носить. Никому не нужен, он падает каждый раз. Что-то не мог достать. Я его типа несколько КД вообще не брал его, когда он падал. Этот предмет вам не подходит. Опять сюда нет. Логично, что он тебе не подходит. Это ж для паладина почему. Блять, ну бежал. На САУ захожу. Баф. 40 брони анбаф. Нет, это так. Я зависли. Попущенные, блядь. Не притянулось, дыхается. Че, у всех поползли, чё? У всех все нормально, а то у меня все на месте будут. Нет. Не знаю, это что-то нет. Это интернет, по сути. Конечно, это не от меня вам нужно слышать, но ребята вас инет у нас бывает, а у тебя постоянно. У меня бывает, сосай. Видишь, я не лагаю. Я не лагаю, блядь. У меня просто интернет пропадает и все. Но если... Он тупо я переподключаю, он появляется. Такая фигня. Он как бы есть, но он, блядь, почему-то он сеть теряет. Его как бы нет, так? Да? Тяжело бронированный ряд реконфицкая армор. В ретрике, если дохуя армор вообще танчить-то может, нет? Типа, без щита у меня показатель блока 29%. Это первая пиздюлина. Лицом блокировать будешь? Ну, блок же есть. Как-нибудь попробуй, тебя кто-нибудь будет бить, а ты лицом попробуй заблокировать. Посмотрим. Не, ну типа факт остается фактом, а блок-то есть. Ну ты агро не наберешь так. Ну, что-то смотри. Да, это стан. Станк? Стан. Ну, кстати, еще и агро даже есть. Ну, а вот один хуй срывает. Типа мастерства 11, видишь, надо мастерство как-то ап. Тапки не те одеты. Тебе надо кольцо, как у Фанзера, гильдное. Куда мне его засыпать? С
ТЛК, которая дает мастерство. Оно не гидно. А, оно гидно. Сейчас я посмотрел этого беспонтового, мне это больше не нравится. Не знаю, СРСки все равно самый топовый кольцо. Чтобы кто не говорил. Ну, с Глорой-то да. Почему с Глорой? Потому что мастерство оставляешь, эпоху. Ты у мамы танк. Оставьте шкаф. Ну, даже 42 тысячи. Почти кап. Да, чисто. Волка подождем. Кто нам еще нужен? Два. Хавчик поставим. Сколько у нас миликов раз? Блин, нам желательно один ДД любой. Чтобы ДПС побольше было, полегче будет. Ну, Кирс правильно говорит, может вага на ханта прыгнет. Напишите ваге. Ну, не без разницы, хантом, варом. С ДПС немножко выиграем, легче будет переводить. Ничего, я онлайн не вижу. А, вон. Мне просто вкладка гильдии на этом друиде, сука, отсутствует. Не знаю, я кнопками призываю. Он ходил, слушал, то, что провокатор должен прийти к концу РТ. У нас конец в 4. Да вон, я вага идет. Хочет на кусок зайти, халявно. Будет, наверное, строй. Леш, на собой тебе передать или на другого перса? Что еще раз? На другого перса перекинуть, что ли? Что там перекидывать надо? БОЕшки и воронки. Забудь, потом разберемся. Этот. Так, Калат на боссе. Дальше. По на пулам и по тому этот. По трэшу. Смотрите, хоты перед пухами не разбрасывай. Поумирайте нахрен. СС Дарки сдашь по Покатуту. Один СС дашь Локи по Даркис, ой, по Даркис, говорю, по Бляденчику, на всякий случай, чтобы на хилах висели. Так, дальше Шаманов стать есть, там, если что, друида БР. И Розелина дашь БР, ой, БР СС, поэтому. По кому лучше? Ладно, храни, потом, если что, кинешь, когда скажу. Этот. Что еще? Бутылочки какие пить? Сапрот или ДД? Блять, да махерам вообще похер, какие пить. Сапрот или ДД вообще до задней. Пилы, сапроты, танки, сапроты выпейте. Да махерам, чтобы контролить вас было приятно, можете на ДД пить фласки. Этот, не забываем, короче, контролить. Основное правило — это контроль. Потом этот, смотрите, паладины.
Когда берет контроль, баба успеете продать, это хорошо. Сразу с контроля выйдет. Но там этот просится. Возьми кинжал, там все равно вам нехер будет делать. Возьмите хилые кинжалы. Я и так его по КД беру. Вот, этот может получится просто с кого-то контроль снять. Бонус, но приятно, как говорится. Так, и по поводу этого, рендж не забываем держать на бабе, блять, и на последней фазе обязательно рендж держите, потому что будет печально. У нас не так много РДД, поэтому придется рендж держать. И смотрите по поводу БРов. Я буду анонсить каждый БР, и инера сами уже там разбирайте, закидывайте по хилам. В принципе, все, больше нихуя сложного. После этого, когда становятся активны... Ой, блядь, как его... Инженер. Инженер, когда становится активным, милики сразу не подбираете, даете каст бомбы. Только после каста бомбы подбираете. И когда появляются пухи, весь на пул даете на Калата, вот там вытянет, в принципе. Ауди займешься, как обычно, посохом. Ты подбиваешь, ты его побьешь, побьет. И все, в принципе, больше ничего сложного, там остальное херня. Япончик, давай проверку. И поставьте рыбу. Этот, Япончик, давай проверку, если все готовы, запускай. Запускай, я сейчас подхожу уже. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. По поводу таймингов не забывайте. Сначала сбить каст, потом, блядь, только это, бить тени. Чё, агрорадиус уменьшили, что ли? 10 метров. Скорее всего, чтобы с масс-ресом проблем не было. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Пончик. Войт. Вы справились с моим лучшим советником. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Никто на сварах. Никто на сварах. Наберите или где-то иди. Или где-то иди, не мешайте арту забить. Прохиливайте меня, Вара, Луэна. Этот инженер каст пройдет, тогда ты. Каст. Пошли все пухи. Пул дали.
уже играют. Брат. Чего робот? Клуб сорвал. Пуливают. Тимыч, давай, БР. Сад. Алло, кто дает? Ты. ДД по топору поехал. Чем валяется такая? Возле лука. Все, отошли подальше. Будет танком не мешать, Денчик, останешься. Килишь кого-то. Блять, как тут кинжал взять нахуй? О, взял. Из центра уйдите. Наберите. Подальше отойдите. Эту. Шануэн, Локи, из центра уйдите. Топор тут лежит, в центре. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Поехал. Сука. Ого. Денчик. Два милика на этого, который с фиром съест, тот, которого с бомбой. Приходите после бомбы, а ДД бьете. Войда и Вагу похилите. Рейндж наберите обязательно. Можно как-то их развести тут, блядь, под бомбой прям вскрыть? Войд, отведи этого, который теряет правее. Отойдите от Войда. Рейншна. Все. Япончика против усиливается. Надо добивать. Сорвал? Ага. Да у меня нахуй фир и дезориентация по КД от бабы и от этого пидора. ДД просто СМЕ поднимешь. Бафы дайте по лану. Пойди под босса, босса. Надо РДД и пройти. Не будет активаться, мелик пробейте. Пять секунд, 20 босса. Страшно. Фера добивай, босса. Выбирай босса. Геру. По боссу. Смотрим его уже.
Контроль 5 секунд. Ну уже сейчас будем. Контроль. О, выбил сову. Еще друля муж выбил. Феникс. Никитоса контроль. Ладно, Никитоса контроль, еще либо убить каст. Уже. Феникс. Яйцо, яйцо активнее. Босса. Сейчас контроль будет. Уже. Контроль. Ой, меня быстро, быстрее. Слейте под босса. Спасибо. Нахуя, отведи босса нахрен оттуда, Женёк. Торец, давай, прохил. Двоих сразу, блядь, слили, блядь. Чё вы там оказались под боссом? Блядь, молния, блядь. Контроль, блядь, Женька. Рыба. Дракон вырезал, короче. Пельте овцу. Фениксу играем. Все феникс. Яйцо. Контроль 5 секунд. Феник. Контроль дает. Кота, кота. Дайте порнику контроль. Раз, хоть. Дайте бафы хоть. Что ты сделал, блядь? Вселят его под големов, грипнул. Ой, блядь, печально. Жену НБРю. Давай. Бабку не могу. Все, яйцо, яйцо активное, все яйцо. Долго снимаю. Лужа. Контроль. Контроль чем-то. Меня может вообще не переводим. Синие боссы переводим. КБР остались, плюс чек. Вы этого сейчас добьете, еще появится феникс. Две минутка. Сейчас яйцо появится. Появилось. Яйцо, яйцо, сейчас играем. Все в яйцо. Там следующего феникса играем. ОБР есть, плюс чат. ЖМР. Тимыча есть. А, нет, нет, нет. Плюс
Женуэн бы это нету? Женуэна есть. Женуэн пока тут, а пока тут Дартиса. По боссу. Бафы сразу им обновить, гравитация, рейндж набрали. Массакру слей. Похиливайте. От тебя толку, как от ребенка. Пойди. Хил. Все, играем по боссу. Тупо по боссу. Пока тут и ноль маны. Блять, дайте ТТМ. Лужа. Это под босса. Видите? Феникса не проеби. Появляется лево. Ставь босса на середину. 5 сейчас уже появится, ложа. Дадите нахуй. Рейндж набрали, прожались. Дали личное дефо. Хиливаем. Никитоса. Падение 2 секунды. Ловите по шаму. СС повесьте на кого-то. У меня БР откатился, Лёх. Не надо. Скажу, подавись. Хил Феникс, еще один выбирай. 3 секунды взлет. Вы уже отбежите. Бьем босс. Так, продал. Твоя карта бита. Рейндж, рейндж, хитя. Блять. Хиливать. Что, босса туннелить? Сдим на ману, если есть. Тина, что за это? Может? Оза. Грудак проебал. Да похуй. Там все равно заберет, просит. Так, ладно. О, я набираюсь, только прикольно.
Пускай просто лучше одевается. Да и возьми лутера на себя разроль, а то я не могу отсюда. Только подожди, да, я зайду на ДКшку, чтобы я мог начитать. Разроль сначала там то, что по роллу. Я на ДК зайду и буду начитать. На сегодня все или еще куда-то пойдем? Луки, а нахуй ты возвращаешь? Там же шансы сейчас апнуть. Типа, ближайшее время вступит. Вот сегодня дезурон. А че, вы воронку ролите, да, там? Нет. Они свиток ролят. А, типа, Сталиком будешь бегать? В смысле, че за шанс ты? Че ты там говоришь про шанс? Или че, сапфир? Сапфир? Блять. А чё с сапфиром? У меня он валяется, сапфир, он галимый пока что. Сапфир и талисман апнут по шансам прока. Это чё ролит? У меня 8 знаков. Или да, да. Погоди, что значит шанс прока? Он же начинает тикать от дот, от первого да. Тика дота. Там шанс прока есть от дот. Да какой он просто тикает? Не знаю. Вот, эти шансы апнут. Фарада скинул скриншот. Там а где подаешь чуму, например, все пожирающие, вот первый урон прошел моментально, идет следующий тик от чумы и идет первый стак. Там нет шансов. Блять, там есть шансовый прок. Тебе объясняю, что ты споришь-то. Если, блядь, админи говорят, что подкрутили шанс этого прока. Ты про трини, да? Ну. А где можно этот скрин посмотреть? Так вон в диск. Да. Где? Бегу лучше в Дискорд. Давно было в Дискорде? Ташею ролит вообще, нет? Кого? Там единственное, охуенно будет, если они в натуре секунды уменьшат, тогда она заебись. Постоянно настакиваться, больше стабильности, скорости. Че, можешь дроп поднять, то, бля, пропадет. Подними дроп, ну. Тут полгода стоим уже. Пэм. Че там? Давай. Зачем ты мне лутера даешь? Он тут раз. Он будет начислять, он же сказал. Начислять будет. Забаговался. Боже, нормально. Так что, враска, шея. 189, да? 389. Паладин, разбойник, шаман. Сами воронки еще не ролили? Нет, нет, нет. Так, Т5, бросьте. Воин, жрец, рыцарь смерти, друид. А маг бахнет в шатра от портала, а? Мозер 500. Чё, Мозер 4 кусок, да? Оф, спек ушёл в плащ. Кому ушёл-то? Скажи, кому ушёл плащ, чтобы знать, кто одевает стартан. Денчик. Че, все уже? Это закончилось или еще в ЗС пойдете?
Чего? Завис завтра, скорее всего. Это был магик, бабочку, скорее всего. Кому на распыло дать голову?